Ой. Вот играть. Прозвучал стартовый свисток второго четвертьфинала. У нас играют Комус и МТС Банк. Комус в зеленых манишках, МТС Банк в форме красного и белого цветов. Команды пока сегодня на поле не выходили. В первом четвертьфинале у нас встречались Газпром Интернешнл и РТРС. Газпром Интернешнл одержал более чем уверенную победу. Победил со счетом 6-0. Так что начало такого результативного футбола положено. Будем надеяться, что и комусовцы с МТС Банком далеко не отстанут. Комус вообще очень забивная команда. Ну, сегодня, правда, в составе очень много отсутствующих. Это, конечно, тоже может сказаться на, если не качестве игры, то, по крайней мере, на количестве забитых мячей. Еще почекать. Прострел сразу в штрафную. Зафиксировано нарушение правил со стороны Комуса. Очень открытый футбол с первых секунд встречи. Чекунов вводит мяч. Далеко сразу бросает. Смотрим мы сверхатакующий футбол. Ни одной передачи на своей половине поля. Никакой борьбы в центре. Сразу в атаку. Вообще да. Сейчас первый номер поставили. Игровое столкновение. Здесь никто правила не нарушал. Ошибается защита у Комуса. Благо есть Чекунов, который подстрахует. Почти 5 минут сыграно.
Так, Чкунов намертво мяч забрал. Внутренние чакры помогли, наверное. Игра по принципу: видишь мяч — бей быстрей. Второй фол Комуса. Юр, пробей, Юр. Тоже фол. Первое нарушение МТС банка. Прошла передача. На контратаку можно нарваться. 3 в 3. Добивание здесь. Да, да, поставил. Справа, справа. Дошел Чекунов. От МТСа. Чкунов закрывал ближнюю штангу. Полворота. Ты собрали! По количеству нарушений правил команды сравнялись. 2-2. Эльшу погромче ты его сделать. Да что-то засыпать. Мяч полетел по центру. На такой удар тоже надо было среагировать. Так что аплодировать вратарю можно. Не пытается проводить какие-то комбинации, просто бьют игроки при любой возможности. Батарею надо после этого провести. Блин, не знаю. Открой, давай после. Давай после трех четверть финала. А вы уже одну лотерею проводили? Да. Это тоже сессия у тебя, что ли, Кирилл? Я уже думал, ты уже закончился. Они никто не пишут. До сих пор у меня нет выше. Ну как так? Мне, кстати, понравились Автодор команда. Они приехали. Когда вот мы вели последний турнир. Нормально.
такое, Артюш? Опасный штрафной получился МТС банка. И еще один удар. Перерыв. Голы, видимо, будут во втором тайме. Нашел научного руководителя предприятия. Ну, типа, это, бля, как, ну ты понимаешь, что если не дам просто диплом, тебе придется типа, писать, и тебе будут давать материалы и так далее. Я каждый раз был. Хорошо. Я говорю, не рассчитывал, что вы мне дадите готовый. Да нет, долго, я пробовал. Костюмчики, как обычно, работают. Я рассчитывал 2 дня в неделю у тебя, говорит, забрать что-то. На меня, говорит, похоже, видимо, не получится. Да, говорит, возьми вообще. Ну все, ну давай, на день неделю будем встречаться. Помогайте везде, будем. То есть у них прям есть госзаказ на разработку изделия. Хорош, хорош, хорош! Вы сами его делаете? Своим лицом, красное лицо! Все нормально. Главное написать защиты это уже, да? Сам. Когда голосы, мне кажется, тяжелее. Тебе одновременно нужно и писать. Второй тайм. Встречаются Кумас и МТС Банк. Игра становится все более активной, все более насыщенной. Но нужны уже забитые голы. Удалось подслушать, о чем совещались кумасовцы в перерыве. Ну, Чекунов советовал товарищам по команде поменьше заморачиваться с передачами, больше наносить удары. Может быть, это и правильно. Хотя, конечно, еще в прошлом сезоне мы многократно отмечали отличную игру вратаря МТС Банк. Надо думать, что за период новогодних праздников не мог он все свое мастерство растерять. Нашли Кирюху, все. Рваный мяч. Ну вот тут самый удар издалека, о котором говорил Чекунов. Что там? Напиши Вове, чтобы он... А вон скинули за воротами. А, да? Да, за воротами, за сеткой. Теряет мяч МТС, очень торопится команда. Хороший пяспад. Пас пяткой. Да, если бы таким же хорошим удар получился. Ну, постоянно чуть-чуть не хватает, ну, то точности, то везения игрокам, чтобы счет открыть. И Чекунов! Великолепное спасение ворот. Еще один удар. Было мощно. Бей, бей, бей.
розыгрыш углового. И опять чуть-чуть везения не хватило. Мяча подальше от ворот. Времени вратарю хватило введенных секунд, чтобы с мячом расстаться. Очень много активности, но сумбур вместе с этим тоже присутствует в количестве немалом. Очередная потеря. Мяч будет водить МТС-банк. Фол. Четыре нарушения правил у Комуса. Многовато для первого тайма. На добивание никого. Сдохли, блин. Две минуты остается до финального свистка. Андрюк, готов я! Если за оставшиеся две минуты что-то не изменится, то увидим серию. Это у нас второй тайм, кстати, Миш. Почему? Первый? Второй, да? Просто... Второй-то ты заориентировал, ты всех. Одно прям неловкое движение. Все попутали, все думали, первый играет. Я все сломал. Да я что-то даже не обратил внимания. Юрок ушел. Че, и все. Сказалось на качестве. Пока не вытягиваешь ты уровень юрца. Наконец-то, понимаешь, тертый калач. После тайм-аута вернулись команды на поле. Полторы минуты нужно еще доиграть.
Прошлый турнир проводили. Там, короче, судья. После этого тайма обнуляются эти штрафные. Горит. Не, ну это в нормальном мини-футболе, конечно, обнуляют. Но в смысле не было таких правил. То есть я спрашиваю, Миша, это нормально? Он говорит, нет, он долбоёб. Ну, типа, больше его звать не надо. А это какой был судья? Где-то же можно первый раз увидеть. Значит, а последний раз уже чистый у нас. Да, чистый. Меньше минуты чистого игрового времени остается. Здесь нарушение. У МТС. Третий фол МТС банка. Качаться, отмечать еще. Ну, пожалуй, лучший момент сейчас за весь матч для взятия ворот был у Комаса, но его не используют. Что там, угловой? Судя по всему, серия пенальти неизбежна. Видимо, ждет нас интересная серия пенальти. Шустов и Чекунов. Два сильнейших вратаря. Думаю, что в основном от них будет зависеть судьба серии пенальти. Не так важно, кто будет пенальти бить. Удар на последних секундах. И смотрим серию пенальти. Специально в компьютер метил. Итак, первая пенальти. Бьет Комус. Точный удар. Ну, я в канаводе не сомневался. Пушка страшная. Видел клип Satisfaction с этим взлет на училище? Пиздец. Так сейчас я вообще очень мало. Мимо! После первых ударов счет 1-0. А мы не успели. Возьми сейчас. На всех? Может, да. Паша! 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 Еще один отличный удар. 0-2. Раз такое, я Гарри хороший удар и
Третий решающий удар. Если реализован будет пенальти, то дальше идет Комус. Все, серия пенальти окончена, и Комус у нас отправляется в полуфинал. 81.